Здравствуйте, друзья! Впервые на наших экранах. Ну, представляйтесь. Меня зовут Наталья. Так. Я из Украины. Откуда? Город Донецк. Так. Приехала учиться в Портнов Computer School. Не, ну вы так сейчас напугаете народ. Вы все-таки в Америку раньше приехали, чем к нам. Да, приехала в Америку я раньше. Так. Полтора года назад. Угу. По визе жены. Вот до всех этих событий. До всех. То есть вы еще в мирное время приехали. Да. Так. Так вы... А муж-то откуда взялся? Муж... Мы учились вместе на математическом факультете. Так. В Донецком национальном университете. Так. А это прям на какой мове это происходило? По-русски или по-украински? На двух. Сразу учились? Конечно. Так. Да. Угу. То есть вы можете вот то же самое, но там на украинском сказать вот там. Вот как треугольник будет по-украински? Треугольник... Трикутник. Трикутник. То есть можете. Так. Да, ну я, конечно, если резко спрашивать, да. Вы какое-то слово, может, могу. Ну хорошо, сказать. Приехали вы сюда, девушка-математик. Угу. Значит, а вы еще не просто, вы изощренная, там, PhD какая-то, да, по математике? Ну, чуть-чуть не дошла, мы раньше уехали. У меня есть статьи, я начала диссертацию, но, угу. Но в процессе. То есть вот такая вы. Угу. Ну, любовь-морковь, все дела. Конечно. Так, и а как вы к нам попали? Начала искать работу, угу. Как программист, но опыта работы у меня программистом не было, поэтому я решила, что будет более логично начать с QA. Ну вы, я так понимаю, уже на интерншип, вот сейчас через недельку пойдете. Да. И вам, мы тут все переживали, вас там целый час там с Python мучили. Да. Откуда вы Python-то хоть знаете? Я пока была в Америке по работе, угу. По визе жены. Да. У меня было много свободного времени. Угу. Я выучила HTML, CSS, Python, JavaScript. Угу. Ну, там еще кое-что. Математику-то не забыли за это время? Нет. А вы по какой части математической? Какая ваша специализация? Теория функций, математический анализ. Достойно, достойно. То есть можете там... Конечно. Ну хорошо, математически разложить, так проанализировать. Обязательно. Ну что же, и ваша позиция, я так понял, связана с автоматическим тестированием? Да, у меня будет автоматическое тестирование, именно используя Python. На Python. Без Selenium, да. А там как-то у них бэкэнд какой-то? Нет, что? Это будет Selenium WebDriver. Ага. И с Python. И с Python. Ну, это сейчас стало популярной комбинацией. Муж что говорит? Муж что говорит? Гордится? Да, мне еще на мужа. Не понятно. Но он как-то, он одобрял, что вы в школу к нам пошли? Или говорит, что ты это... Ну, он одобряет, ну как, любой выбор одобряет, конечно. То есть правильный мужик? Да. На руках носит? Обязательно. Ну, то есть вам в Америке нравится? Нравится. Хотя вам, конечно, проще, вам с Донецком сравнить, так как, конечно, тут... Я в хорошее время уезжала, я не могу сравнить. Ну, конечно. Да, да. Ну что же, ладно, я вас поздравляю. Спасибо. Так, а что-то вы, может быть, скажете девушкам, которые, может быть, думают о замужестве, что-то такое? О замужестве? Да, вы как нашли... вы были знакомы раньше с ним? Да, мы уже 10 лет фактически. Знакомы. Да. Ой-ой-ой. А что же вы раньше не приехали? Сюда, в США? Да. Это очень интересная история. Так. Как бы... Когда мы учились в аспирантуре, мой муж, он является победителем международных олимпиад. Сдвигайтесь сюда немножко, а то там солнышко на вас падает. Так. Он является победителем международных олимпиад по математике. Вот и какой. И со временем, когда мы учились в аспирантуре, он начал участвовать более углубленно в международных олимпиадах по информатике. Угу. И в аспирантуре они попали в финал мира по программированию, который проходил в Орландо. Угу. И взяли там серебро. Uh-huh. И после этого многие компании, такие как Google, Facebook, uh-huh. и многие другие компании Силиконовой долины, uh-huh. они начали ему предлагать интервью. Uh-huh. Он прошел интервью в Facebook, и пока мы учились в аспирантуре, он закончил там интерншип. То есть, подождите, но он сейчас гражданин или? Нет. Еще нет. А как же он вас привез? Он получил H1B визу после интерншип. Я понял. То есть вы жена по H1B, то есть вы были на H4? Да. А сейчас уже грин-карта есть или что? Жду. Жду. Ну, то есть разрешение на работу есть? Да, я получила разрешение на работу. Через, угу. там, может, месяц-два у меня будет уже грин-карта. То есть важно учиться в правильном месте, угу. и влюбляться в правильных мальчиков. Обязательно. Вот. Ну, что же, давайте мы тогда скажем ребятам всем привет, так ручкой помашем и скажем привет. Привет.